Расстояние не имеет значения. Нет, это еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Все преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А на прямой связи с нашей студией сегодня российский предприниматель, экс-миллиардер Герман Стерлигов. Герман Львович, здравствуйте. Я еще и экс-предприниматель, я вам скажу. Я нынче русский крестьянин уже давно. Ну вот я, кстати, хотел с этого начать вопрос, потому что я видел в одном из интервью, когда вас называют предпринимателем, вы обычно поправляете и говорите, что предпринимателем вас можно назвать натяжкой, хотя, конечно, это тоже есть, и вот представляете именно русским крестьянином. Вот что изменилось, кстати, в вашей жизни после того, как вы поменяли этот статус? У меня был маленький участок на Рублевке, теперь у меня большие земли, много гектаров. У меня было мало продуктов и из магазинов, всякая отрава. Теперь у меня огромное количество натуральной пищи. У меня было мало детей, теперь у меня 5, слава богу. У меня была больная и несчастная жена, теперь здоровая, вообще прекрасная. Та же женщина, красавица. А так болела на Рублевке, когда жила. Я сидел целыми днями в офисе и гнул пальцы веером, какой я крутой и богатый, и губил свои годы жизни, а теперь я наслаждаюсь жизнью. На своем хозяйстве, с детишками, занимаемся всякими интересными делами. Ну, все изменилось, слава богу. И все в лучшую сторону. Ни одного. И единственное, чего, пожалуй, не хватает, это денег немного не хватает теперь. Потому что привык много тратить, и уже как бы так немножко дискомфортно. А для большинства людей, которые не привыкли много тратить, этого дискомфорта бы сейчас бы у них не было. Ну вот вы сказали однажды, что хотели стать миллионером, и вы им стали. В 90-м году основали первую в Советском Союзе товарную биржу «Алиса». Во время расцвета биржи какое у вас было состояние? Да кто его считал? Это потом аудиторские компании стали считать все, сколько там стоит такой завод, сколько стоит такой порт, сколько стоит такая газета. А тогда это было просто... Мы мерили наличными деньгами, и все. А недвижимость и все прочее никто и не мерил. Поэтому так трудно сказать. Любая цифра будет ложной. В современном понимании состояния. Но в тот момент в эмоциональном смысле вы были счастливым человеком, когда вот достигли той цели, которую для себя в молодости ставили? Ну, конечно, дураки, они же вообще счастливые люди, самые, потому что идиоты. Вот я был идиотом, и поэтому мне казалось, что я достиг вообще высот необыкновенных. Оказалось потом, что это полная ерунда. И я начал и пить, и стало разочарование в жизни появляться, и тяжело было с людьми общаться уже. Мания величия началась. Ну, в общем, ужас. Стыдно и страшно вспоминать. Вот вы написали... Потери, годы жизни, выкинутые годы жизни. Написали несколько томов о периодах отправления Ивана Грозного до прихода к власти Владимира Путина. И в своей исторической книге называете Бориса Ельцина вампиром. Вот в чем, по-вашему, был вампиризм президента Ельцина? Ему кололи стволовые клетки. Французская компания уполномочена, тогда это было запрещено в России, и поэтому привлекли французскую компанию, которая занималась этим безобразием. Стволовые клетки, если вы этого не понимаете, это абортивный материал, то есть кровь младенцев. Им, как сейчас колют тоже стволовые клетки, уже тысячам людей совершенно легально в России, и вампиризм теперь узаконен. Ельцин был одним из первых вампиров в России. Ну, вы претендовали также на пост губернатора в Красноярском крае и мэра Москвы, и в 2003 году выдвигались в президенты России, но вам отказали. Вот что пошло не так, почему вам не дали баллотироваться в президенты России? Скажите, а вот куда мне надо смотреть? В экран, чтобы не косить? А мы сейчас в аудиоформате с вами общаемся, потому что мы же радиостанция, да. Герман Львович. Видимо, у нас возникла проблема со связью. Воспользуемся этой небольшой технической задержкой для того, чтобы напомнить телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 67
232-13-93-9 – это телефоны прямого эфира. Вы тоже можете звонить и присоединяться к нашему разговору. Также можете писать нам в Фейсбуке, оставлять свои комментарии на моей страничке «Вадим Родионов», латинцы «Родионов через я». Это можно делать, комментариев уже достаточно много. Мы постараемся сейчас восстановить связь и будем ваши вопросы также задавать нашему гостю сегодня. Ну и звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 – телефоны прямого эфира в нашей студии. У нас возникли какие-то сложности у Германа Стерлигова, проблемы со связью. Сейчас мы этот момент пытаемся устранить. Ну вот, хочу напомнить, что в 2004 году миллиардер Герман Стерлигов оставил свое дело и вместе с семьей уехал из Москвы в один из населенных пунктов Можайского района Московской области, село Слобода, как его называют, где правительство Москвы выделило ему 37 гектаров земли. Он занялся сельским хозяйством. Также организовал благотворительный проект «Слобода» и предлагал православным крестьянам переезжать на переселение на его земли в Московской и Тверской областях. И вот в 2009 году он чеканит в Москве и в Лондоне собственную расчетную единую монету. Золотые жетоны, иногда именуемые монетами. Вот такая информация. Ну вот, напомню, что вы тоже можете звонить нам сегодня по телефонам 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Также можете слушать нас через мобильное приложение Mix Media Radio, все слова через пробел, так что присоединяйтесь к нашему разговору. И у нас Герман Стерлигов снова на связи. Герман Львович, слышите ли у нас? Да, слышим, произошла сбой связи, насколько я понял. Да, ну теперь мы тоже вас хорошо слышим, и вот продолжая этот разговор, у нас есть звонок от радиослушателя, давайте его примем, он задаст вам вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Дмитрий меня да, зовут. Да, слушаем вас, Дмитрий. У меня, господину Стерлигову, есть, наверное, два вопроса. Первый вопрос, собственно говоря, в какой момент, да, и чем он сам это объясняет, произошло такое переключение? И вопрос второй, если я правильно понимаю, он сейчас считает православным человеком, воцерковленным, то вот откуда такая слишком жесткая позиция по отношению к сексуальным меньшинствам и так далее? Ну, как бы, Бог... Если вы не переформулируете свой вопрос, почему такое жесткое отношение к массажу, то я отвечать на ваш вопрос не буду. Потому что тогда есть подозрение, что вы относитесь к сексуальным меньшинствам, и чем мне с другими разговаривать? Нет, я абсолютно к ним не отношусь, да, то есть, но я не... Тогда называйте своими именами. Арадиты или мужеложники, или садомиты. Они сексуальные меньшинства. Давайте про первый вопрос. В какой момент вас переключило? Да не буду я с вами разговаривать, я вам еще раз говорю, пока не будете называть прорывик своими именами. Так, ну все-таки, давайте тогда попробуем ответить на вопросы о переключении. Да не буду пробовать, мы отвечаем на вопросы. Давайте следующего орла. Хорошо, но что касается представителей... Хорошо, да, давайте следующий вопрос, сейчас мы зададим вам. Ну вот, вы как-то просили мэра Москвы разрешить езду на лошадях в городе по велодорожкам. И также известно ваше предложение отключить электричество во всей России. Вот ваши инициативы, они бывают услышаны правительством? С лошадьми мне не разрешили пока ездить на лошадях по велодорожкам. Но я, правда, разрешения ни у кого не спрашиваю. Мы иногда ездим на лошадях. Так бы можно было это предложить большому количеству людей, чтобы ездили. На велосипедах вредно ездить вообще для здоровья, особенно для женского организма. А на лошадях полезно для всех. Что касается отключения электричества, то услышали ли меня в российские власти, я вам сказать не могу. Но вот то, что эта мысль живет в Соединенных Штатах Америки уже и в Великобритании, это факт. Можно судить по публикации двухмесячной давности в Daily Telegraph о том, что Россия собирается вырубить электричество в Великобритании, и о буквально двухнедельной давности публикации Wall Street Journal на ту же тему, что Россия собирается вырубить, как они выражаются, рубильник в Соединенных Штатах, чтобы погрузили Соединенные Штаты во тьму. Поэтому можно сказать, что ружье уже повешено на стену, и как рано или поздно в спектакле оно выстрелит. Вопрос только сроков. И чем раньше будет цепь отключения электричества в разных странах мира, произойдет цепная реакция, тем больше сохранится пресной воды, и тем больше сохранится пчел. И тем больше будет шанс у вас, у всех выжить. Вот поэтому я вам советую подумать об этом и ратовать всеми своими ресурсами, средствами массовой информации, среди знакомых, друзей,
убеждать в том, что отключение электричества – это великое благо для человечества, единственное спасение от приближившейся гибели, чудовищной и страшной гибели. Еще звонок у нас, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый день. А кто будет убирать навоз с этих велодорожек после ваших конских прогулок? Спасибо. Спасибо. Вот конструктивный вопрос. По поводу навоза на конских дорожках, экскурс небольшой в историю. Когда было огромное количество лошадей в городах, в том числе в Москве, проходили тендеры на то, кто будет убирать навоз. Потому что навоз, это как иметь завод, убирать навоз, это как иметь собственный завод по производству удобрений. Потому что конский навоз, это есть удобрение. Вы знаете, сейчас строят заводы калийных удобрений и так далее, огромные, загаживающие всю окружающую среду. И люди богатейшие, кто производит эти удобрения. Вот такой же завод по производству удобрений, когда лошади используются, любой город. И поэтому будет драка за то, кто будет убирать навоз. Такие это большие деньги в качестве натуральных удобрений. И именно потому, что убиты все лошади, и люди пересели на машины, машинами убиты лошади, именно поэтому пришлось строить заводы искусственных удобрений, которыми посыпают теперь поля вместо конского навоза и травят вас и ваших детишек, как крыс. Поэтому молите Бога, чтобы быстрее опять появились миллионы лошадей, расплодились, чтобы были натуральный навоз, то есть натуральная пища. Без лошадей натуральной пищи не будет, потому что максимальное количество удобрений – это конский навоз. Всегда был во всем мире. Но каким образом люди будут передвигаться с севера на юг, например? Это будет очень долгое такое путешествие на лошади. А вы куда торопитесь, драгоценная? Это интереснейшее путешествие. Так передвигались князья, цари, мушкетеры, красавицы на лошадях, каретах. Это были интересные путешествия, постоялые дворы, встречи, знакомства, замужества, женитьбы. Класс вообще. Куда вы торопитесь? Вам что, в консервную банку надо и быстро шик-шик туда-обратно? Зачем? И вот ради этой скорости мы загубили всю планету, нам вбили в голову, что надо все быстро, нам надо все быстро, быстро надо, быстро. Вот так и дохнем быстро. Герман Львович, у вас есть магазин натуральных продуктов, и вот самая дешевая буханка хлеба, я вот посмотрела, 550 рублей, это почти 8 евро, да, если вот для наших радиослушателей, чтобы было понятнее. Дальше цены идут выше, до 22 евро за хлеб. Вот простой народ в Москве и в России, ну, наверняка не может себе позволить тот качественный хлеб, который вы производите. Вот выходит, что вы делаете хлеб только для состоятельных людей? Ну, конечно. Потому что простому народу, который не имеет денег, а следовательно не имеет выгодной работы в Москве, нечего делать в Москве. Ему нужно прекращать бездельничать в Москве, там на шлагбаумах стоять или в офисах сидеть. И выбираться, создавать свои крестьянские хозяйства, иметь бесплатный этот хлеб, как я имею. У меня вот дети пекут, и я его ем бесплатно. А не дурака валять в городах всякими журналистами, артистами, пианистами и прочей хренью. И тогда у них будет бесплатный хлеб. А так они и работать не хотят, и хлеб хотят иметь дешево, и денег у них нету. Да это куда тогда? И это с чего это вдруг? Пускай отдыхают, и жрут парашу из Азбуки вкуса. Ну, в Азбуке вкуса тоже не каждый может себе позволить, конечно, купить хлеб. А в Азбуке вкуса, я вам скажу, то же самое, что в Ашане, упаковочка только разная. Это для идиотов Азбука вкуса и Ашан, то есть это одно и то же. Но цены разные. Но какие доходы сегодня, сейчас? Да, цены разные, но я же говорю, для идиотов. Я сегодня заходил во Вкусвилл, у меня было перед встречей время, я не 10 минут, думаю, как убить время, гляжу в Вкусвилл, а мне рассказывают, вот мы там отоварим Вкусвилл, там натуральные продукты, думаю, пойду посмотрю. Захожу в Вкусвилл и читаю этикетки, значит, на продуктах, там сахар, рафинированное масло, дрожжи, ну, то есть это Ашан, это просто Ашан. Но называется магазин здорового питания. Вот так вот разводят дурачков просто одной фразы. А поскольку люди совсем дурачки стали, вообще тупенькие, то им одной фразы достаточно, чтобы утешать все тем, что они покупают натуральные продукты. Ну вот какие доходы сейчас приносят вам продажи вашего магазина натуральных продуктов? Вот когда-то вы говорили, что 1 миллион в месяц от одного магазина. Сейчас что-то изменилось? Нет, так же примерно. Вообще у нас такого клубного типа замершие практически обороты. То есть, видимо, те люди, которым нам надо, уже все же знают про наш магазин в Москве, они их покупают. Это очень маленькое количество людей. Остальные находятся вот в этом бодляцком состоянии, когда жрут хлебозаменитель, молокозаменитель, ну вообще пищезаменитель и травят своих несчастных детишек. Ну я отношусь к этим людям как к отстою, к просто глупым очень людям, то есть не в зависимости от их благосостояния, потому что огромное количество богатейших людей, моих знакомых в том числе, жрут продукты заменителя. Это просто идиоты. Ничего тут не сделаешь. Я им в глаза это говорю, что они идиоты. Они, да, ну а что, мы привыкли.
Ну вот вы говорите, что быстро живем, быстро умираем, и технический прогресс этому способствует. А если говорить о медицине и развитии медицины, ведь если сравнить с началом 20 века и с началом 21 века, то люди стали жить дольше. Так статистика, во всяком случае, это подтверждает. Вот вы считаете, что развитие медицины во благо все-таки, технический прогресс, который в том числе на это влияет, или все-таки во зло? Все обман, что вы говорите, вернее, повторяет чужой обман. Еще 4000 лет назад царь Давид в Псалтире писал: «Жизнь человеческая 70 лет, а еще же в силах 80 лет». Ничего с тех пор не изменилось. Сейчас 70-80 лет. Только раньше люди болели один раз в жизни, перед смертью, как правило, редко, чаще. А сейчас болеют с рождения до смерти. И эта жизнь превратилась в мучение раковых, диабетовых больных, аллергиями больных, там, бесплодных. Кого только нет, вообще ужас. И эта жизнь стала просто мучением. А раньше была жизнь здоровая, потому что люди пили здоровую пищу, пили хорошую воду, дышали чистым воздухом. Ну и очевидно, совершенно они были более здоровыми, чем сейчас. Это очевидно. И какую бы там статистику лживую ни приводили, это индюку понятно, что если пьешь чистую воду, а не отраву из-под крана, то будешь жить дольше, если и здоровее. Это очевидные вещи. Вон, посмотрите, наши еще бабушки. Как работали, когда им было 80 лет, как они трудились до самой смерти, там копались в огородах и так далее. А сейчас что? Доходяги вон, несчастные эти старики городские. Вообще там без слез не взглянешь, мутанты. Все больные насквозь, все на таблетках. Там аптека, главный магазин сейчас вообще во всех городах мира. Не только в России, это в мире одна и та же ситуация. И вообще человечество вымирает. Нам же врут про то, что нас становится все больше. Нас становится все меньше. Причем все меньше и меньше. На 7 миллиардов, то есть вы не верите в это число? В Китае нам говорят 1,5 миллиарда человек, там на самом деле от силы 400 миллионов. Но в Индии та же самая картина. И это просто вот для люмпина, вот информация для люмпинов тупых, что вот там перенаселение планеты, просто людей согнали в города, и в городах их утилизируют. Потому что люди стали не нужны в связи с робототехникой, с компьютеризацией. Сейчас не просто уже рабочие не нужны, крестьяне, уже даже офисные работники не нужны. То есть никто не нужен. Вы слышите меня, нет? Да, мы вас слышим. Да, мы вас слышим. Да. Герман Иванович, ну вот еще летоисчисление, по которому вы живете. И об этом, извините, я закончу. Об этом откровенно говорит принц Уильям в своих выступлениях. Это руководство мира, английская королевская семья, которая руководит и вами, и нами, и другими странами мира. Сейчас вот Путин пытается отбиться от рук мирового господства английской королевской семьи, так у него проблемы, его там пытаются свергнуть всячески. И это сейчас мировой тренд, утилизация людей – мировой тренд. Кто сейчас выступает против Лондона, против королевской семьи, тот выступает за спасение человечества от утилизации. То есть это против человеконенавистнической политики Елизаветы II и его потомства, который сейчас правит. Правит, я думаю, уже не Елизавета, а Уильям. Ну, судя по поведению Терезы Мэй, по крайней мере. Ну вот вы затронули тему, наверное, политики, да, так или иначе. И в одном из интервью вы сказали, что не ходите на выборы, но голосуете и поддерживаете, не голосуете, вернее, но поддерживаете Путина. Вот чем вас привлекает господин Путин? Путин не... Это сейчас большая редкость в мире. А Путин нормальный мужик. Он может заблуждаться в чем-то, он может что-то делать не так, но он, безусловно, талантлив. Посмотрите на его международную политику. Он смог выйти в значительной степени из-под контроля страшных и жестоких хозяев. И борется за независимость Российской Федерации. Это очевидные вещи. Я не согласен с огромным количеством его шагов внутриполитических. Я выступаю с критикой его и не стесняюсь этой критики. Я уж не говорю там о вопросах образовательных, вероисповедальных и так далее. Он вообще не моей веры. Он бритый еретик. Но тем не менее я его поддерживаю, потому что всегда есть с чем сравнивать. Кого поддерживать, если не его? Пидора какого-нибудь, которого заслали из Лондона. Я поддерживаю Путина. Это мой соотечественник, человек, для которого Россия – это отечество, и который переживает и за страну, и за народ. А то, что он заблуждается в чем-то, надо вместе, все вместе выходить из заблуждений. Я тоже вчера заблуждался во многих вопросах. И сейчас во многом заблуждаюсь. Это не значит, что я враг своей страны. Мы же выросли в заблуждениях, мы выросли все в обманах, в школах, в институтах этих дурацких, на литературе этой проклятой, на фильмах сатанинских режиссеров, конченых уродов и лжецов. И, конечно, мы все как слепые котята. И нам надо всем вместе прозревать. И Путину надо, и нам с вами. Мы все плывем в одной лодке. Нас уничтожают, нас утилизируют, к нам относятся как к индейцам. И к вам в Риге, и к нам в Москве.
а вы этого не понимаете, в Москве большинство людей этого не понимает. Надо понять, иначе мы скоро все сдохнем, потому что вода уходит, природа уничтожается, мы на грани гибели. Ну, это очевидно, это все знают, но не делают никаких выводов. А вывод только один, который можно сделать, это вырубить электричество на планете. Спецоперации, спецслужб, обрезать все ЛЭП, разбить изоляторы и так далее. Ну, там не мне учить спецслужбу, как вырубать электричество. И это будет спасение человечества от гибели, которое уже, ну, буквально завтра наступит. Ну, вот вы сказали о том, что все мы заблуждаемся, и вы в том числе. А вот нет ощущения, что вы можете заблуждаться и сейчас, когда говорите о каких-то своих... Ну, конечно, я во многом своих... могу заблуждаться. Но когда я подхожу к реке и вижу, что ее нет, я не заблуждаюсь. Понимаете? И нужно быть дебилом, чтобы собирать консилиум научный и выяснять, есть река или ее нет. Ее нет. Я подхожу к колодцу, а он сухой, он пересох, его нет. Я иду к ульям, пчелам, они передохли, их нет. Понимаете? И в этом я не заблуждаюсь. И я понимаю, что губит это человек, вот это то, что ученые напридумывали, весь этот прогресс проклятый, он губит для меня окружающую среду, для моих детей, лишает возможности их выжить. И я понимаю, что нужно обезвредить ученых. И сделать это можно только одним способом – убрать электричество. Без них это как вырванное жало у них ядовитое. Если электричества нет, они ничего не могут. Почему первая задача была электрификация всей страны и всего мира, которую выполняли колонии? По указанию Лондонской академии наук, она там немного по-другому называется, но суть это. Потому что без электрификации невозможна индустриализация. А без индустриализации вот этот громадный концлагерь для утилизации людей электронный. И поэтому для того, чтобы это прекратить, надо вырубить электричество. Но это вообще понятно индюку, извините. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, прервемся на несколько минут, потом вернемся и продолжим. Герман Стерлигов у нас на прямой связи. Звоните, задавайте свои вопросы. Пауза на несколько минут, потом продолжаем. Мы продолжаем программу «Абонент доступен». Герман Стерлигов у нас на прямой связи. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Герман Львович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть звонок, с него и начнем эту часть программы. Здравствуйте, слушаем вас. А как вы пашете землю, сеете, жнете, убираете... Ведь для этого нужны комбайны, трактора, это тоже электричество, чтобы их сделать. Или у вас все сейчас на сахе и на лошадях? Спасибо. Спасибо вам. Практически такой вопрос. Посмотрите, у нас даже выложено на ВКонтакте, Герман Стерлигов ВКонтакте, есть такая страница, там около 40 тысяч подписчиков и друзей. Это есть еще поддельные страницы, поэтому я говорю, что отличить можно мою страницу от поддельных количеством подписчиков и друзей. Около 40 тысяч, а остальных там понемножку у него поддельных. И вот там вот выложено даже видео, как мы пашем, сеем, убираем. В основном мы работаем лошадьми и сахой. И саха, я вам скажу, деревянная, всегда была дороже, чем железный плуг. И до революции тоже она была дороже. Просто ее труднее делать, но она значительно удобнее. Она очень легкая и она легка в починке. В отличие от железного плуга, плуг, который не починить ничего, и который тяжелый. И, ну, в общем, работать им плохо. А уж что касается тракторов, то когда речь идет о небольшом крестьянском хозяйстве, то трактор это просто невыгодно. Это нужно его купить и потом 3 года отрабатывать то, что ты купил, эту тяговую силу. Нужно его заправлять, чинить, разбираться там с пьяным механизатором все время. Это головная боль. Лошадь не имеет никаких проблем вообще. Она сама плодится, ее не надо покупать. Там без конца жеребята есть, если есть жеребец и кобыла. И только сено на зиму заготовить. И все. И лошадь – это то же самое, что трактор, я вам скажу. Это такая штука, которая тянет за собой плуг. Вот представьте, что это не лошадь, а двигатель. И все, это то же самое. И у нас пашут дети. И дети пашут только те, кто хорошо себя вел. И кто так заслужил это дело. Потому что это вообще очень интересно пахать. Это детское развлечение. Потому что тянет плуг не ребенок. Тянет плуг лошадь. Ребенок просто поддерживает слева-справа, чтобы ни саха не завалилась налево-направо, чтобы прямая была клея. И это интересно, потому что это требует умения определенного, чтобы все ровненько было. Это соревнование между детишками, это всегда очень увлекательно. А зерно мы покупаем у Савицкого Володи из-под Ростова-на-Дону. У него там поля довольно большие, и он обрабатывает их комбайном. У него довольно большое хозяйство, не маленькое крестьянское, а большое. Но он не использует никакой химии, семена у него свои каждый год.
И при признак того, что семена не ГМО, это каждый год одни и те же семена садишь, и они растут нормально, это значит не ГМО. Вот, поэтому там у него комбайн, да. Слушаем дальше, еще что-то. Да, Герман Львович, вот летоисчисление, по которому вы живете, отличается от общепринятого, и какой год сейчас у вас идет в Слободе? Сейчас 7527 год от Адама и 2027 год от Христа. От воплощения Христова сейчас 2027 лет прошло. Не 2018, как вы считаете, а 2027. Это, кстати, догматический вопрос. Это вопрос не такой, не любознательности. Потому что если допустить на минуту, что ваше летоисчисление верно, тогда все, что написано в Евангелии, неверно. Потому что тогда при Пилате не мог быть распят Иисус Христос, тогда Пилат был уже давно отозван. Тогда при Ироде не могли прийти волхвы, Ирод к тому времени уже умер. Ну и так далее. Ну то есть для образованных людей получится, что Евангелие – это глупости. И для этого и меняли летоисчисление, чтобы дискредитировать Священное Писание. Это делали сатанисты, христоненавистники, синагога. И потом это латыны приняли, и это была часть ереси, которую приняла латынская лжецерковь римская. А потом уже и русские вслед за греками, когда впали в ересь, в 1597 году это летоисчисление было принято. А греки во время Феррара-Флорентийского собора, когда подписали унию с латынами, приняли это ложное летоисчисление. А Петр I в России вел это уже указом для того, чтобы унифицироваться с Европой. Было приказано считать, что сейчас указ прямо есть Петра, он выложен у меня на сайте, на sterligoff.ru, можете ознакомиться, факсимиле указа Петра I. Это был 1708 год. Он приказал считать, что сейчас 1700 год. И люди же прожили послушно, еще как бараны, еще 8 лет, те, которые уже прожили один раз. Ну, вот это вас... есть в истории, никакой новости в этом особо нет. Когда Сигурд Оттович Шмидта спросил корреспондент «Комсомольской правды», а что Стерлигов там говорит, что сейчас год не тот? Шмидт говорит, ну, Стерлигов открыл Америку. Это знают все образованные люди. Что ж нам теперь менять, что ли, календари все? То есть это, в общем, все знают, кроме тех, кто получал жалкое образование, вернее, антиобразование в школах и в институтах. Ну, вот у вас есть собственная школа на территории Слободы, где вы живете. Какие предметы изучают в вашей школе дети, ваши внуки? Насколько я помню, химии, физики там нет. Вот какие предметы есть, каких нет? У нас, прежде всего, Священное Писание изучают мужчины маленькие, для того, чтобы вырасти уже взрослые мужчины, чтобы были при памяти. Во-вторых, история – важнейший предмет, потому что история – это опыт всех предыдущих поколений человечества, а именно 75 поколений человечества. И без знания истории ты, как слепая мышь, вообще ничего не знаешь. Что было, а следовательно, не понимаешь, что происходит сейчас. А следовательно, не можешь принять правильное решение, что будет завтра. И решение людей истории – это самое лучшее средство делать из людей болванов, а следовательно, управлять ими с легкостью. И так вот сделали весь мир болванами, отняв историю реальную. А реальная история сохранилась в летописях. Вы можете взять эти летописи, скачать совершенно бесплатно у меня с сайта, в том числе лицевой летописный свод. Это такое собрание, более чем 30 томов, 17 тысяч миниатюр, сделанных в скриптории 16 века в Москве для воспитания и образования царских детей, детей Ивана Грозного. Но у Ивана Грозного были потом проблемы с детьми, вы знаете. И вообще у него не сложились отношения со всемогущим Богом, потому что он впадал во всякие беззакония. И детям его не пригодилось. Но пригодилось нашим детям спустя 500 лет. И наши дети, наши, я имею в виду, дети христиан, обучаются по этим книгам, которые делались тогда для царя. Вот так Господь удивительно. То есть история и Священное Писание? Да, да. Или что-то еще, какие-то предметы? Священное Писание – это первый период истории от Адама до Александра Македонского. Это, собственно, Ветхий Завет, Тора. А затем уже идет Новый Завет, Евангелие. А потом уже, собственно, вся остальная история. Это все история. Священное Писание – тоже история. Да, то есть два предмета изучают, получается. Основные два предмета. Есть еще огромное количество предметов, которые факультативные. Это ремесла, география, умение водить машину, владеть оружием, основы семейной жизни, ну и так далее. То есть дети много чего изучают. Да, у нас есть звонок, еще радиослушатель хочет задать вопрос. Современной истории придается большое значение. Покупаются альбомы интересные, они знакомятся с фотографическими отчетами, с видеоми отчетами, те, которые претендуют, хотя бы претендуют на правду. То, что очевидная ложь, то, что художественная литература, мы, конечно, детям не даем, потому что это художественный вымысел. Зачем нашим детям вымысел? Они же не идиоты. Вот,
так, документальные разные вещи мы отбираем сами и детям даем, потому что как родители отбирают еду для детей, чтобы они здоровой едой питались, так и книги надо отбирать, чтобы здоровыми книгами, правдивыми, они наполняли свои головки. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии, звоните нам, у нас есть звонок, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня Александр зовут, а я тут... Сделайте потише ваш радиоприемник, пожалуйста, чтобы мы эхо сейчас, не слышали. Сейчас, секундочку, сделаю. Вот, убрал. Да, слушаем вас. А вот у меня интересно, какая связь вот между синагогой и сатанистами? Как-то меня немножко озадачивает. Что-то новое науки. Спасибо. Да, спасибо вам. Вы знаете, что мне больше всего напоминает ваши работы, дорогие журналисты? Вот какие параллельные профессии? Врач-психиатр. Вот вы работаете как в большом дурдоме. И у вас, в общем, получается. То есть я вам завидую, вашей выдержке, вашему спокойствию. Я неоднократно это отмечал уже в семье своей, говорю, журналисты, конечно, это продолжение врачей-психиатров. Что касается вопроса. Ну, вопрос очевиден. Синагога – это антихристианская секта, которая создана в ответ на христианство. Основателем той синагоги, которая называется иудаизмом, то есть исповедание иудаизма, это раввин Акива, он жил значительно позже Иисуса Христа и начал и создал синагогу в Яффе после разрушения Иерусалима Веспасианом, вернее, Китом, его сыном. И Кит дал ему разрешение на открытие синагоги для того, чтобы он правил Тору. А Тору он правил для того, чтобы как раз сделать Евангелие недостоверным. То есть он из Торы выкинул целый ряд мест пророчества о Христе, где... которые имели ссылки из Евангелия. И получив, что Евангелие дает ссылки, то есть Господь говорит, вот как написано в законе, там апостолы, евангелисты пишут, как написано в законе, как сказал пророк такой-то. А этого открываешь, Тору, которую сейчас принята синагога, а там этого нет. И получается, что либо Тора ложная, либо Евангелие ложное. И таким образом евреев оставили внутри синагоги, потому что много евреев тогда становилось христианами. И синагога считает Иисуса Христа мошенником и лже-мессии, и ждут своего Машиаха. А никакого больше Машиаха не будет. Машиахом был Иисус Христос, и есть Иисус Христос. И будет только его второе пришествие того же самого Машиаха, Иисуса Христа, и больше никаких Машиахов не будет. И поэтому синагога в сложном положении, потому что им надо объяснять, почему до сих пор нет Машиаха. И они единственные, что могут, потому что все сроки уже прошли. По обетованию в Торе, по седмицам Даниилова, Машиах должен был прийти в 5500 году от сотворения мира, от Адама. И наступил 5500 год, и пришел Мессия Иисус Христос. То есть все в соответствии. Поэтому волхвы, когда увидели звезду на востоке, тоже образованные люди, они поняли, что это сбывается пророчество евреев о том, что придет Мессия. И пошли поклониться владыке. И вот эта история с волхвами с этим как раз связана. И это был 5500 год. А что сделал раввин Акиб? Он, кроме того, что выкинул ряд пророчеств о Христе, о которых есть в Евангелии, он поменял летоисчисление. Он сделал так, что год был не 5500, а на тысячу с лишним лет меньше. Как он это сделал? Очень просто, незамысловато, как мошенники делают. Он взял и количество лет Адама сократил жизни, Сифа сократил жизни количество лет, Ноя сократил жизни, ну и других ветхозаветных людей, которых известно, сколько лет жили. И получилось, что летоисчисление меньше, то есть меньше лет прошло от сотворения мира. И получилось, что Мессия еще через тысячу с лишним лет должен прийти. И так он обманул евреев. Евреи остались адептами синагоги. И синагога перестала быть той синагогой, которая была там, где были православные христиане. Ведь христианином был Адам, христианином был Сиф. Им было обетовано пришествие Мессии, Христа, Спасителя. И они ждали пришествия Христа. Они все были христианами. Они просто жили до пришествия Христа. А мы, христиане, такие же, как они, но мы живем после пришествия Христа. И та синагога, которая была... до пришествия Христа это были православные люди, православные христиане, правильно, верующие христиане. Они иногда впадали в всякие заблуждения, ереси и так далее. Но они оставались христианами в целом. И Господь пришел именно к ним, не к язычникам, а к ним. А после того, как евреи распяли Иисуса Христа, они ждали Мессию, Мессия пришел, они его убили руками римлян, то Господь даровал веру и обратился ко всем языкам через апостолов, и весь мир стал христианским. А евреи вот остались с раввином Акибой, большинство евреев, много
стало христианное время, но большинство осталось раввином Акибой, который создал современную синагогу. И вот это они морочат голову людям, что Иисус Христос не Мессия, не Бог. И таким образом они богохульники, то есть сатанинская организация. Потому что сатана главный богохульник, они слуги дьявола, получается. Еще вот, звонок у нас. Сейчас вот очень важный момент. У вас тоже, вы, наверное, об этом не думали никогда. Такая известная вещь, как Иерусалимский храм. Говорят, вот когда будет построен Иерусалимский храм, восстановлен, тогда придет Машиах. И поэтому сейчас Машиаха нет, говорит синагога. Да они что делают? Они говорят, мы не можем храм построить, потому что там мусульмане, мечеть Амара. И вот видите, мы никак не можем разрушить мечеть Амара. А там что такое, мусульмане не дают разрушить мечеть Амара, а там 50 постановочных мусульман закидывают камнями, когда там кто-нибудь приближается с какими-то дурными намерениями. И все, извините, не можем разрушить мечеть Амара, поэтому храм Иерусалимский восстановить не можем пока, поэтому Машиаха и нет. И у них главная отмазка, что нет Машиаха, почему они могут продолжать морочить голову людям, это то, что они якобы не могут восстановить храм Иерусалимский. У них уже все для этого готово, но вот ну, мечеть Амара никак не можем разрушить. Вот там хулиганы камнями кидаются. То есть целые страны и народы они разрушать могут, там войны всякие устраивать могут, ракеты не пулять могут, все могут. Только мечеть Амара разрушить не могут, при том, что Иерусалим полностью под контролем евреев. И правительство там Иерусалимское, и уже столица там. Давайте поэтому еще звонок. Звонок. Абсурд для очень глупых людей, что Машиаха нет, потому что нет храма Иерусалимского, а храма Иерусалимского нет, извините, потому что мечеть Амара мы разрушить не можем. Да, Герман Львович, у нас звонок в студию. И поэтому получается, что мусульмане, руководство мусульман как бы в сговоре с евреями, как бы филиалы, потому что мусульмане, они это же смесь иудаизма и ереси ария, который тоже говорил, что Иисус Христос не предвечен, он имел начало. Он не будет иметь конца, да, но имел начало. И поэтому символ веры, который сейчас в Московской патриархии, он арианский. Там его же царствию не будет конца, на самом деле не есть конца. Это арианская ересь в Московской патриархии. Так и мусульмане тоже. Они, получается, играют в одну игру со временем. Они делают вид, что типа мы всячески и сопротивляются и не дают разрушить мечеть Амара, вот этой вот тусовкой, московской, я бы сказал, киношной. А евреи говорят, да, ну вот видите, в мире, видите, камнями кидаются, не можем разрушить. Давайте еще звонок примем, все-таки у нас радиослушатели на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуйте, я хотел спросить вот у вашего гостя, да, я сразу предупрежу, я на самом деле абсолютно нейтрально отношусь вот к вашему, ну, к тому, что он занимается, это община, да, как вы, насколько я понимаю, живете, это, знаете... Никакая община, с семьей мы живем, семья Стерлиговых. Жена да, и да, как семья. Я просто, чтобы вы поняли, что у меня вопрос такой нейтральный, знаете, как в футболе. Как один болеет за один клуб, другой за другой. Я абсолютно нейтральный. У меня хотелось два вопроса будет. Первое. Как у вас вот в вашей семье и общине относятся, например, алкоголь, сигареты, вот так вот против этого всего развития, я не знаю, прогресса какого-то, алкоголь, сигареты, я не знаю, там, контрацепция, еще что-то. Ну, вы поняли вопрос. И второй вопрос. Наркотики, поинтересуйтесь, как наркотики. Наркотики, скорее, ну, да, пусть будут наркотики, да, ну, легальные наркотики, да, так. Да, анонизм, и второй вопрос. Анонизм. И второй вопрос, да, пожалуйста, задавайте. Да, наверное, ответите, да, потом. Второй вопрос. Ответ очевидный. Я христианин, почитайте Библию, там все есть, и про курение, и про все прочее. Курение – это же идоложертвенное, это воскурение фимиама дьявола. Ну и что там, ну и все остальное так же. Ну, извините, пожалуйста. Алкоголь – это химическое дерьмо, мы к химии вообще плохо относимся, к любой. И к сахару, и к алкоголю, и к дрожжам, и так далее. Это все было давно, вы же, подождите. Это придумали ученые. И поэтому вопрос абсурден, драгоценный мой. Абсурден вопрос. Мы к этому ко всему плохо относимся. У нас нормальные фабрики, у нас прекрасные чайцы, у нас погреб винный. Да, Герман Львович, можно слушатель задаст еще один вопрос, чтобы мы могли на него ответить? Да, задавайте, пожалуйста. Вы знаете, да, еще, извините, вы так перебиваете, да, вы так... Как, интересно, как вы культуру своим детям преподаете? Вот если они слышат сейчас, да? Какой же вы очень культурный, ну так, в кавычках. И еще вопрос, знаете... Культурный совершенно, драгоценный мой. Я вообще бескультурный, я ж не культуру вам преподаю. Понимаете, мне задают вопросы, культура, я мне кажется, знаете, вот честно, мое лично... Вы перепутали чего-то. Не по адресу, знаете, мне... не преподаю, еще много чего не преподаю. Ну давайте, выговоритесь, скажите, стоп, я вам задал вопрос, спасибо. Ну давайте. Можно спросить, не? Да, задавайте вопрос. О, спасибо. Вы знаете, после этого всего, сейчас вы перебивали, говорили, мне кажется, что вот вы создали себе такое, ну, не знаю, войско, там, свою паству какую-то, да, семью. Мне кажется, вы им преподаете, а сами живете абсолютно, я уверен, что вы сами
и если он, допустим, алкоголь употребляет, и все остальное. Давай, просто нашли стадо лохов, которые просто за вами идут, на вас работают, и все окей, спасибо. Правильно, молодец. Да, вот такое мнение, да. Это не вопрос, скорее. Да, Герман Львович, можно комментировать. А что комментировать? Он утверждает, а не спрашивает, что мне комментировать. Я не буду ничего комментировать. Давайте вопросы какие есть. Ну вот, Герман Львович, в одном из интервью вы сказали, я вас процитирую, люди в большинстве своем дебилы. Вот вы иногда высказываетесь и пожестче, но насколько, на ваш взгляд, вот не конкретно, пожестче, ваша фраза, как? Насколько, на ваш взгляд, эта фраза достойна христианина? Кто бы это ни сказал? Ведь не суди, не судим будешь, так же Господь призывает вот к любви к ближнему. Так это проявление любви к ближнему, драгоценная моя. Вот я когда-то сидел... надутый, как индюк, горделивый, богатый человек в высотке на площади Восстания, ко мне пришел человек и говорит, вот что там в числе по бизнесу пришел, говорит, военный какой-то, кстати, говорит, а как вот вы там относитесь к христианству, как вы веруете? Я говорю, ну как, вот поет там Цой, там стоит крест, повиси-ка на нем, траля-ля, траля-ля, он так на меня посмотрел и говорит, слушайте, вы такой дебил. Я говорю, ну-ка вон отсюда, не пускать больше этого наглеца. И я вот не помню, кто это был, и я все время молюсь об этом человеке. Он мне принес больше пользы, чем все мои воспитатели, все мои учителя. И он проявил ко мне любовь, пожертвовав своим бизнес-интересом, потому что я ему, естественно, ничем не помог, денег не дал. Вот это любовь. А то, что вы называете любовью, то дерьмо. И сюсюканье, и угождение дьяволу. И погубление своих родных и близких. Потому что они быдло, а вы их называете великими людьми. И поэтому они умирают быдлом. И у них нет возможности исправиться. Ответ еще, понятен? Еще один вопрос из интернета. Зачитаю, пишет нам Оксана. А если у ваших близких, у внука, например, обнаружат лейкемию, отправите ли вы его на лечение к врачам? Да нет, конечно. Мы ни при каких обстоятельствах никогда не обращаемся к колдунам-врачам. У меня папа вообще колдун, профессор медицины. Мы никогда не обращаемся к колдунам никаким, даже к родным и близким. Конечно, нет. Мы христиане. Лучше умереть христианином, чем жить, ползая перед колдунами, которые тебя, кстати, калечат, а не лечат. И это мы тоже уже понимаем, поэтому тут даже особыми христианами не надо быть, просто не надо быть идиотами, чтобы не обращаться к медицину Парацельса, которая утилизирует людей в городах. Ну вот вы уважительно относитесь к святым старцам, в частности, высказываете такое уважение к старцам, причисленным к лику святых, я так понимаю, это Сергий Радонежский, Серафим Саровский, ну и так далее. И какое отношение у вас к самой РПЦ и к патриарху Кириллу? Сергий Радонежский – великий святой, а Серафим Саровский – это выдумка Чичигова. Еретик поганый, если он даже жил на белом свете и был таким, каким его описывает полковник Чичигов, то есть это еретик, ересеучитель. Но, скорее всего, его и не было в том виде, в котором описывает его литератор Чичигов. Курильщик, дуэлянт и так далее. Чичигов, это, смотрите в интернете, в открытом доступе, это автор летописи Серафима Дивеевского монастыря. Это художественная литература, которым зачитывались дамочки при дворе. И еще был очень большой повод прославления вот этого мифического Серафима, который, кстати, даже Синод еретический не хотел прославлять дореволюционный, потому что там вообще нечего прославлять, вообще никаких источников, кроме выдумок Чичигова. И царь написал прославить, потому что это надо было политически важно. В Дивеево проходили конференции и совместные службы между англиканами, англиканской лжецерковью и РПЦ, тогда еще не МП, РПЦ, Синод был. Они собирались объединить англиканскую церковь и РПЦ. И для этого собирался собор 1917 года, 1917-18 год. Именно главная цель собора, посмотрите, открытые деяния собора, они есть. Это скучно, конечно, читать, не Мурзилки про Серафима читать. Но посмотрите, кому не лень. Деяния собора посвящены объединению, подготовке собора, объединению англиканской церкви и русской православной церкви в единую церковь. И вот это беззаконие и ересь задумывалось сделать. Но отречение Николая II нарушило все планы. Он передал власть Ротшильдам, они прислали сюда Ленина Троцкого. Сам Николай II вместе с семьей уехал в Лондон. И там правил как Георг V. Они были близнецы. А Георг V умер незадолго до этого от тяжелейшей травмы, перелома тазобедренной. Ну что ж, я думаю, что мы обсудим это в другой раз уже. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Да, спасибо вот вам. Поэтому в Дивеево там и прославляли Серафимов и прочих, для того, чтобы святость месту придать, чтобы легче лохов было назвать. И до сих пор вас разводят. Спасибо вам. Герман Стерлигов был на прямой связи в программе «Абонент доступен». Эфир провели Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. До свидания.